Во двор ко мне вошли два незнакомца, присматриваясь издали, и стал воображать и звать: «Пройдите, странники, умойтесь, воды испейте, я же не кержак. Общаться можно мне, за стол приветить, и обиходить всех не нашей веры, и жажду утолить отнюдь не из пипетки, и Бог сам возместит затраты и потери». Присматриваясь с ними, сидя за столом, вот этот лысенький, как Ленина двойник, а тот с сопливщиком и чубом на излом, хлебнул водицы и устало сник. Смещая время и ужимая даты, свел Гитлера и Ленина за трапезой не случай. По трезвости ни я, ни гости, ни поддаты. Открыл им Библию, пусть Бог нас всех научит. Они слепцы, потом истории творцы. И маются им с этой прибауткой. Всем, Господи, по немощи учения отсыпь. И дай понять, что значит быть обутым. И им Бог сам предвидящий открыл, вложил в сердца и с верой несомненной. Без Бога каждый возрастет в нарыв. По их учению ГУЛАГ Освенцим сметнет. И будут горы трупов, и крови океан. В проклятиях от жертв бездетные утонут. Вождь идиот и фюрер злой пахан. Все их подельники, разбойники в притонах. Но если примете Иисуса Иудея, на благовестие обувшись умножите таланты, а анафеме готовы предать свои идеи, на милосердие подвигнуться, служить бесплатно. Я это выстрадал, стократно пережил, воображением сию картину вызвал. Многообразна жизнь, внезапны виражи, и подрастают рядом творцы вселенской тризны. 5 февраля 2009 года.